Двое детей, жена, мама престарелая уже, в престарелом возрасте. Некому за ней смотреть. То есть я один в семье у нее. Пришла повестка на работу, все, сразу отправили. Ни медкомиссии, ничего не было. Нету выбора. Заставляют. Не пойдешь, сядешь. А садиться я не буду. На работе вызвали отдел кадров, дали повестку. И сказали, на сборы собирают. А потом оказалось не на сборы, оказалось обманули. Вот так и получилось.